кивнули, сказали, на видео снимать можно. Вот основные войска подходят. Без опознательных знаков. Улыбаются ребята. Военные эти... Ребята, я никогда в жизни не подумал, что стану очевидцем такого. В открытую. Сбрасываю вам эти видосы, чтобы вы охренели точно так же, как и я. Я сказал, что я из Минской правды. Корреспондент. Мне сказали, подходи, можно поговорить. Я попробую, но вряд ли на камеру мне разрешат.